Антон, расскажи, пожалуйста, какую автоматизацию мы используем для наших партнеров, за счет которой это позволяет облегчить жизнь всей клиники и администраторов в том числе? Я для начала расскажу об SMS-уведомлении, которые мы автоматизировали в нашей CRM-системе. Мы их используем для оповещения наших клиентов. Используем мы их на разных этапах. Когда человек оставил на сайте, в социальных сетях, где угодно заявку, она попадает с контактными данными нам в CRM-систему, и потенциальный клиент сразу же получает SMS-уведомление. Спасибо за ваше обращение, вам скоро перезвонят. Хочешь узнать, можно ли открыть стоматологическую клинику по франшизе «Демократ» в твоем городе? Прямо сейчас переходи на наш сайт, оставляй заявку и получай полный пакет документов, а именно финансовую модель открытия окупаемости клиники, подробный план открытия и уже готовый скринкаст видео о том, как один из наших партнеров открыл клинику и вышел на выручку 4 миллиона рублей. Прямо сейчас переходи по ссылке в описании под этим видео, вводи свою электронную почту, имя и номер телефона, и в течение 5 минут тебе придет информация в виде смс-сообщения и на почту с полным пакетом документов. Переходи по ссылке в описании этого видео, оставляй заявку и получи полный пакет документов. Также там есть адресный блок, телефон, ссылка на отзывы, ссылка на сайт. То есть человек получает смс-ку, оставил заявку, получил смс, он уже спокоен, что сейчас ему скоро перезвонят, и в принципе можно поиск по дальнейшим клиникам окончить. Далее мы автоматизировали на этапе записи на услуги. Когда человека записывают на услугу, ему уходит автоматический смс, что вы записаны в такое-то время, на такое-то число, к такому-то доктору, на такую-то процедуру. Также там присутствует и адресный блок, ссылка на отзывы, ссылка на сайт, телефон. И еще одну смс мы отправляем в формате NPS. NPS – это степень удовлетворенности клиента. Человек, когда проходит лечение, ему приходит сообщение, что благодарим вас за выбор «Демократа», оставьте, пожалуйста, мнение о нашей клинике, это абсолютно бесплатно. Человек приходит по ссылке, где он в формате теста с вариантами ответа ставит разные оценки, там, понравилось вам лечение, как вас встретили, это делается в 10-бальной шкале. После этого эти данные сразу же автоматически попадают в головную компанию. Прямо сейчас ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы в дальнейшем смотреть последующие видео о построении системы продаж в ваших клиниках. И эти данные видят собственник клиники, и мы видим сразу же, чем не удовлетворены клиентов. И это классная возможность, что где-то сразу же понять, где у нас плохо, и быстро сделать там лучше. Также мы еще используем автоматизацию в e-mail рассылках. Всем клиентам, которые прошли у нас лечение, мы им отправляем e-mail сообщения с уходами, с темами, как ухаживать за зубами, как правильно чистить зубы, всякие полезные советы, которые будут, так сказать, проявлять заботу клиенту, чтобы он следил за своими зубами. Хорошо, спасибо.